91 kilogram, game two. In red shirt, we have Hossein Shari from Team Iran. On the other side, we have Marat Korbano from Team Russia in blue shirts. Хусейн Шариф из Ирана против Мухаммада Курбанова из России. Ну здесь-то мы точно ждем феерию, да, в первую очередь от Курбанова, говорят, что он умеет в леглоке. Притом это говорил мне ты. Да. Что ж, будем посмотреть. Курбанов сразу пулит гард. Многообещающее начало. Ну, конечно, да, очень аккуратно с ним действует Хусейн. Возможно, он тоже что-то знает. Возможно, просто что-то чувствует. Возможно, он просто видит объемы бицепсов Курбанова и думает, ну, да. Ну, здесь что-то надо придумывать. Да, выглядит как Курбанов, конечно, очень вот. Опасно. Извини, не хотел тебя перебивать. Я немножко включил болельщика, эмоции захлестывают. Очень домашняя позиция для Мухаммада Курбанова. То есть позиция, в которой он как дома. Боюсь, что ручка это просто ловушка. И нужна Мухаммаду далеко не рука. И пойдет он в итоге на какой-то болевой на ногу, да? Ну, я предполагаю, это будет выход, мог бы быть выход на рычаг колена. Хотя нет, видишь, на руку попрыгнул. Но обычно то, что я вижу в тактике Мухаммада, это рычаг колена на дальнюю ножку, на ту ножку, которая не защищена крюком. Хотя в его арсенале достаточно и других атак. Мухаммад Курбанов пока еще коричневый пояс. Но это вопрос не его подготовки, а вопрос пандемийных ограничений, как я считаю. Очень мощный атлет. Ну, Курбанов так откровенно сейчас, мне кажется, находится за рукой, прям пытается там взять Кимура грип, что-то с этим придумать. Хусейн ему не дает этого сделать, ну и сам не особо как-то проходит гард, не то чтобы у него была какая-то сверхактивность. Атака на руку. Кимура грип там, кажется, есть. Да-да-да, Кимура грип есть. Быстренько восстанавливает Хусейн. Потерянный уже нерабочий, ситуацию в потерянном нерабочем захвате. Это мы. Рычаг колена, как ты и говорила, от Мухаммада Курбанова, да. К нам подошел Женя Скирда, чтобы поотвлекать нас как раз во время комментирования, чтобы мы пропустили схватку. Не, все правильно, да. Кажется, даже травма есть какая-то у Хусейна. Душевная. Вполне возможно, да. Ну, а может быть и нет. Да, 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 есть, очевидно, резкий рывок был у Мухаммада. Но, повторюсь, Мухаммад парень сильный, и порой в жаре схватки рассчитать усилия рывка. Да, это видно по его телосложению. Сейчас мы увидим, как этот рычаг локтя произошел. Хусейн тем временем хромает и выходит с помоста с помощью... Ну, короче, с помощниками сам он это сделать не может.
Такой спорт. Да, очень резко Курбанов вышел на этот рычаг колена.